суд и шокующее признание былого спецназовца, гроши и бизнес-планы сябров Лукашенки, а так само белорусские топ-модели с автоматами. Витаем, сябры! Это наша Нива и головные новины 19 вересня. Азербайджан пошел забирать Карабах. Сегодня начались обстрелы Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. У городе чувать гуки поветренной тревоги. Минобороны Азербайджана называет это контртеррористичной операцией и обновлением конституционного ладу. Причем азербайджанцы кажут, что проинформовали про свои деяния и Турцию, и керавництво российских миротворцев, которые стоят у регионе. Подробязности самого гучного забойства у Лукашенковской Беларуси с первых вуснов. У Швейцарии начали судить былого белорусского спецназовца Юрия Гараускага. У 2019 году Гарауский публично заявил, что дотычный до изникнения оппонентов Лукашенки в 99 году. Говорка про былого министра внутренних справ Юрия Захаранку, экс-керовника Центра выборкама Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. У 99-м яны изникли без весток, а официальное расследование выников не принесло. Але коли Гараускі попросил притулку у Швейцарии, он рассказал шокующие детали. Он каже, что служил у спецназе и у 99-м был непосредным удельником ликвидации политиков. Праз гэта Гараускі теперь оказался на лаве подсудных у швейцарском кантоне Санкт-Гален. У своих показаниях Гараускі сгадал тые подеи. Вясною 99-го былого министра Захаранку выкрали у Минску и у багажнику вывезли за город. Там его застрелил со спины Дмитрий Павліченко, тагачасны командир милицейского спецназа. Прикладно тое ж самое повторилося и у верасня 99-го. Раніцай Павліченко собрал людей и поведомил, что треба ехать на затримание двух человек. Спецназовцы приехали до сауны, куды избирался исти, был и старшиня Центра выборкама Гончар. Коли он подъехал, его и Красовского вытягнули из машины и перегрузили у іншую. У авто Гончара сел человек, а пасля яны поехали у Бягомель. Там Красовского и Гончара поклали на землю. Затем, по словам Гараускага, до их подошел Дмитрий Павліченко и стрелил кожному по два раза у спину. Тело распранули и закопали, а вопротку спалили. Так само Гараускі заявил, что у Беларуси он покинул некие документы про удел Павліченки, Лукашенки, Сівакова и Шеймана у злочинствах супроть Беларуси, але вывести их он не смог. Правда, что конкретно это за документы и злочинствы, он не потлумачил. А кроме того, Гараускі попросил пробачения у свояков забитых политиков. Нагадаем, что Юрия Гараускага виноватить по специальным артикуле. Его увели у швейцарский криминальный кодекс для борьбы с организованными державой выкраданиями и забойствами, которые не переследуются по законе Украины, где отбылось злочинство. По швейцарских законах Гараускому погрожает 3 года и 2 из них умовно. 16 вересня на белорусских межах с Европой появилась новая послуга – дезинфекция транспорту. Это обовязковая для всех процедура и каштуя она у залежности от машины от 2 до 95 рублей. Официально робится это для борьбы с бактериями и вирусами, что выглядая зусім нягеглым и комичным оправданием, коли сгадать ставление Лукашенки и улады до коронавирусу. Але главное тут, кто заробит гэтые гроши от дезинфекции. А заробить их Сергей Тятерин, наближенный до Лукашенки бизнесмен. А пошним часом Тятерин разом с Лукашенком и горелку пье, и дровы бье, и поли инспектуя. Вось и профит. Платную дезинфекцию на межах отдали компании Bell Global Garant, с узазнавальником якой является Тятерин. А лишь кольки он может заробить на той помежной дезинфекции? Мы поспробовали подлечить. По официальных данных, с Европы в Беларусь за сутки уезжает около 1200 грузовиков и недзе 2000 легковых авто. По автобусах особной статистики нема, тому возьмем покуль гэтые личбы. Отрымливается так. Дезинфекция легковика каштуе усяго только 2 рубли. Гэта каля 4000 рублей у день ти 120 тысяч за месяц. Дезинфекция грузовика уже 95 рублей, а гэта уже больше за 110 тысяч рублей у день. Калі перелечить гэта на валюту, выходит миллион доляров у месяц. Таким чином, на той дезинфекции будут робиться дикие суммы. За год тятеринская компания отримает около 13 миллионов доляров. Так, это сумма брудными, без податков и выдатков. Але нават калі ее поделить на два, застаются миллионы доляров. Великие гроши, якія зарабляются литерально с поветра. Альбо, докладней кажучи, перекладаются с чужих кишеней у кишени лукашенковского щабра.
А інший лукашенковский протеже почал новую активность у Африцы. Говорка идет про Александра Зингмана. Официально он бизнесмен и гоноровый консул Беларуси у Зимбабве, а неофициально лоббирует интересы Лукашенки, занимается добычей золота и навод был обвинувачен у гандлі зброї. Теперь наши крыніцы кажут, что после смерти Пригожина Зингман спробує перехопить африканские контракты Вагнера. Российские найміти после гибели своего керовника потиху страчивают и людей, и уплывы. Выглядая, что Зингман спробує скористаться гэтым, каб контракты на ахову передали белорусскому аналогу вагнеровцев компании Guard Service. Яна теперь шукает людей как раз для працы у Африцы. Коли Зингман сможет заменить российских наймитов белорусскими, то для его открыется еще более широкое и вельми прибытковое поле деятельности, бо у обмен на военизованную подтримку диктаторских африканских режимов Вагнер отримливал у распоряжения рудники для здобычи каштовных металлов и інших ресурсов. Ну а сам же Лукашенко сегодня принял чергового российского губернатора, на этот раз керовника Краснодарского края. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны заземлиться. А кроме того, Лукашенко знов заговорил про войну, знов назвал Путина старейшим братом и знов понаркал на Польшу и Америку. Ну, последние вот наши переговоры у вас на земле были посвящены обороне и безопасности. Мы знаем, что Украина – это только начало, это, знаете, цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россия в том числе. Ну а за Польшу стоит Америка. Так само Лукашенко знов пообяцал, что Беларусь совместно с Россией створит свою ракету. И тут мается на увазе зусім не космос. Як уявляю свое життё белорусская топ-модель? Дефиле, показы, фотосессии, модные рестораны. Але что отбывается у реальности? Трымаешь автомат на полигоне. Милитаризация проуладных и каляуладных дейчов у Беларуси досягая абсурду. Теперь модели из Национального центра прыгажости вывезли на боевые тренировки до войскоўцаў. Там их ознайомили со зброей и повучили оказывать першую допомогу. Причем у одного из инструкторов на грудях бачная нашивка ПВ Вагнер. Твары смелых вайскоўцаў само собою под масками, бо у адрозненні ад дзяўчат моделей яны фотокамер боятся. На галоўнае пытанне, навошта гэта ўсё было, адказу, канешне ж, няма. Даишники теперь будут забирать правы в любым дозволенным выпадку. Многие артикулы кодекса об административных правопорушениях дают пэўны выбор инспектору. Альбо покарать штрафом, альбо больш жорстко. Теперь же белорусские даишники отримали четкий загад. Коли за порушение у кировцы можно забрать правы, значит, никаких штрафов. Забираем. Причина небыта у тым, что в Украине выросла колькость ДТЗ со смяротным выником, а так само агульная колькость порушений на дороге. Ці памятаеце вы беларускую вакцыну ад алкагалізму? Стала вядома, як яна будзе працаваць. Па словах вытворцы, гэта інавацыйная распрацоўка. Чакаецца, што пасля такой прышчэпкі арганізм будзе дыскамфортна рэагаваць на спажыванне алкаголю. Прасцей кажучы, ты выпіў, стала кепска і брыдка. У выніку ў чалавека сфарміруецца ўстойлівая агіда да выпіўкі. Калі гэтая інавацыя трапіць у шырокі доступ, пакуль не кажуць. Карма у дзеянні. Гамяльчук паехаў на заробкі ў акупаваны Марыўпаль, а калі вярнуўся, то трапіў пад крыміналку. Яшчэ ў 22-м годзе расійская кампанія набірала беларускіх рабочых для аднаўлення разбуранага Марыўпаля. У тым жа годзе туды і паехаў падзарабіць наш герой, а калі вяртаўся ў Беларусь, то прыхапіў сабою патрон ад Калашнікава. Можа на памяць, можа яшчэ чамусьці, але цяпер жа да мужчыны з нейкай нагоды прыйшлі сілавікі. Чаму дакладна не зразумела, але вядома, што раней Гамяльчук был судимый за забойство. У вынику теперь у яго провели пиратрус и знайшли той самый патрон с Мариуполя. На яго завели криминалку за заховывание боеприпасов и перемещение их через мяжу. Теперь мужчину погрожая аж до 7 годов колонии. Жудаснае здарэнне адбылося ў Клічаве. Там у двары прыватнага дома старэйшыя дзеці выкапалі яму глыбінёю аж у паўметры. Прайшоў дождж і ў яме не сабралася вада. Іх малы двухгадовы брацік аступіўся і ўпаў туды ўніз галавою. Маці дастала малога, але было ўжо позна. Ён загінуў.
Никуда не подзелище политычное затрымание. Гамельчука схапили и обвинователи за то, что он хотел записаться у пол Калиновского. Мужчину сняли у покаяльным видео. У конца ролика его примучили выгукнуть «Слава России». А работницу компании «Бульбаш» затримал Губазик, небыто за образу русских. Женщине ставить у вину некие комментарии у адрес жихаров России, якие официально обвинувачивание выставить затриманным покуль неведомо. У Гродні знайшлі зялёнага кота. І гэта не вучэбная трывога, колер цалкам натуральны. Гаспадар сцвярджае, што вясковая котка нарадзіла траіх кацянятаў, чорнага, белага і вось такога. Мужчына нават вазіў кацяня да ветэрынараў, але тыя пацвердзілі, колер цалкам натуральны. Але як так атрымалася, адказаць не змаглі. Коцік цалкам здаровы і акрамя колеру ад іншых нічым не адрозніваецца. Дарэчы, імя яму так і не прыдумалі, таму можаце напісаць сваю версію ў каментарах. Мінчук вырашыў пажартаваць сябра і парваў тык-ток. Хлопец раздрукаваў знаёмому квіток на цягнік Мінск-Брэст, але зрабіў гэта на велічэзным лісце паперы амаль у чалавечы рост. І самае цікавае, што праваднікі таксама пасмяяліся, але без праблем пусцілі пасажыра з незвычайным квітком на яго месца. А відэа з жартам сабрала ўжо амаль 2 мільёны праглядаў. Вось такие новины авторка. Подписывайтесь еще на канал, ставьте лайки или дизлайки, выказывайте свои зауважи в комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустранимся завтра.